Друзья, у меня нет ответа даже приблизительно, что тут нужно делать. Значит, мой паук убежал вон туда. Значит, я здесь что? Ну, он туда вот убежал, туда нырнул. Смотри, короче, какое есть обстоятельство. Во-первых, вот. Кстати, на этот кристалл, по-видимому, лучше не вставать. Так, вот смотри, значит, если я кидаю в него рюкзачок, он издает такой вот звук, как будто бы, короче, ему плохо. Ой-ой-ой, а чё мне... Ё-моё. Знаете что, подожди. Еще разок начнем. В общем, он издает такой звук, как будто бы ему, как бы, типа, хреново, да? Вот он такой звук издает. Сейчас я покажу. Давайте здесь еще раз пересохранимся, чтобы нам было удобно начинать уже прямо тут. Вот, беру я, значит, рюкзачок. Вы когда-нибудь вообще такой вопль слышали? Вот, посмотри. Каждый раз, когда загружаешь, он как по-разному бегает. Засранец. Вот. Так. Вот, видите, слышали звук? То есть звук сейчас был такой, что, в общем, ему хреново. Так, давай попробуем еще раз так попасть. По идее, если бы у меня было... Куда он делся? Что, серьезно, что ли? А куда он делся? А как это объяснить? Подожди. То есть все было уже неплохо, да? Такое впечатление. Так, давай, хорошо. Стоп. Берем рюкзачок. То есть мы круто поняли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, а как ты так встал? По-моему, я ему ровно по центру попал. Вот что, знаете, что произошло? Я ему попал ровно по центру до этого. Так, вот смотри, отходим сюда к краюшку. Вот он у нас тут стоит. И, значит, пробуем, да? Да, блин, твою мать. Еще раз. Так, и... Во. Стоп. Сейчас пацан... Да ёп, махарёк. Как вот так получается-то, а? Омерзительный звук. Так, вот здесь вот так немножко, да? Ну давай. О. Так, вот. И он сейчас, по идее, должен отбежать. Не отбегает. А до этого только какой-то это глюк был. Почему он отбежал-то? Так, ладно. Давай. Не попал я в него. Так, вот это я попал. Вот только что попал. Но у нас два рюкзачка осталось всего. Вот он, тварюга. Давай, перебегай. Давай, перебегай, то плохо попадет. Ну? Смотри, гад, а. Не перебегает. Так он будет здесь стоять. Давай. Давай, двигай отсюда. Ай, да ну. А, нет, попал. Так, ну хорошо, видишь, все, у нас уже боекомплект израсходован. Так, хорошо. Чё, больно тебе, гад? Давай еще раз. У меня вообще, видишь, что до хрена гранат. Мы хорошо стоим. Ну как тебе? Хорошо, нравится? Вообще, на последний почему-то... Так, ну что, хорошо тебе? Так, ну-ка давай.
И вот сейчас на последний он должен, по идее, сдохнуть. Видишь, он не сдох. Так, хорошо. Израсходуем теперь вот этот боекомплект. Сейчас все израсходуем, чтобы только его угрохать. Ну давай, давай, меняй. Вот здесь вот, если так вот... Че, все что ли? Че, нравится? Ну и чё? Ну я не знаю, понимаешь, вот сколько раз в него надо попасть. Так, ну хорошо, допустим. Теперь мы тогда возьмем вот эту пушку.